Всем привет, мои любимые! Сегодня у нас с вами шаурма. Всем приятного аппетита! Коля дал, он такой: не-не-не-не-не-не-не. У нас вообще сабвей с грибами, с курицей, с морковкой, с огурчиком. Там еще одна гриница. Соус, кефир, укроп, зеленый лук. Чеснок забыла добавить, хотя хотела. Надо было добавить чеснок. Ну уже все. Обалденно сочно. Реально с кефиром вкусно. Хотя у нас сметана тоже, конечно же, есть, но я думала, ребят, сделать более полегче. Что без майонеза? Куриное филешку. Филешку. Обжарила просто, немножко водички добавила. О, как вкусно. Сырок тянется на гриннице же с двух сторон. Ну что, ребят, такая тема. Было ли у вас когда-нибудь такое, чтобы вы чувствовали людей? Я вот еще в комментариях почитала, что типа тоже девочки просили у них рассказать про мистику, и думала, почему бы и не поговорить об этом. У меня на фоне стресса чувство развилось еще больше. Но, по сути, ясновидение – это тот, кто ясно видит. И вообще на это можно посмотреть с разных сторон. Можно сказать, что это дар. Можно сказать, что это просто, знаете, как развитая способность, как развить, допустим, логику. Но меня моя чуйка, оказывается, не подводит. Вот было у вас такое чувство, что этот человек, допустим, он к вам настроен не искренним. И интуиция, так скажем, подсказывает, что этот человек, он не искренен. Он играет.
играю свою определенную роль, возможно, для каких-то своих вторичных выгод, как вариант, да? А потом, когда пришло время, а мы в этом убедились, что да, это действительно так. То есть пошло подтверждение, что да, это правда. Вот я заметила, что есть люди, которые больше основываются на логическом мышлении, а вот как я, тоже есть много таких людей, которые больше чувствуют интуитивно. Были даже такие моменты, знаете, что первое подсказывает ваше тело, допустим, беги. Значит, от этого человека нужно бежать. Что типа своим чувствам нужно доверять. Сок прям льется. Еще вот эта вот маринованная морковочка. Я, кстати, закупочку сняла. Посмотрите, пожалуйста, видеошорт. Еще смотрела в этом... Гадалка есть такой, я не знаю, это фильм или что. Или сериал. Так там, в общем, парень с девушкой жил, парень захотел от девушки ребенка, она как бы не хотела, и он там наколдовал. В итоге вышло так, что девушка начала ночами просыпаться, то есть лунатить и искать. Он за ней бежал, типа, что случилось? Я ищу отца своего ребенка. То есть он думал, что у них получится, а получилось, что он ей не по судьбе. И своим этим обрядом, который он провел, он ускорил только процесс расставания. Почему надо только делать все это профессионалам, реально людям, умеющим, ну, вот, которые уже практиковали практикам. Потому что можно так наколдовать, ну, грубо говоря. Вообще от себя. А в суженом ее оказался его брат. Вот это вообще, да? Представляете, как обидно? Ему было еще больше обидно, потому что он еще конкурировал с братом в детстве. Ему стало еще хуже, ну, естественно. Это понятно. Но это опять-таки, ребята, кто-то верит в это, кто-то не верит. Это, ну, это всего лишь фильм, да. Это дело каждого. Просто вот захотелось, знаете, отойти от больных тем и перейти на что-то такое более
Легкая. Я очень сильно вас люблю, обожаю, целую. До новых встреч, моя любимая.